have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Привет. Всем здорово. Не надо в меня пальцем тыкать. Вон, вот, в панамку тычьте. Да. Доброго времени суток, кстати, всем. Мы так неплохо все тут сели, рядышком относительно. На чайника. Зачем? Нам нужно устранить импостера среди нас. Вот этого, который на столе лежит. Мы выбираем, кто будет драться с кем. Пикачу, я выбираю тебя. Кстати. А, Пикачу уже убили. Блин. Крайне... Хотел шутку одну вышутить, но не буду. Ладно. Что это за набор букв из этого существа? Чего, блин? Это французский? Я даже без понятия. Макаронский. I don't speak noodles. Ну давайте. О, сдохните оба. Да. Нет. Черт, ладно. Не за меня, пожалуйста, не за меня, я драться. Пожалуйста, не за меня. Нет. Я же буду, да? А тут все наши, да? А, нет. Не-не-не-не, у нас есть еще парочка. А на какую кнопку метать нож? Бегай от нее. Позмо. Даже не направо. Это ты в доспехах? Нажми левую кнопку мыши. Левую кнопку мыши нажимай. А. Серьезно? Да. Он не успел резануть. На детском золотом стуле. На золотом стуле. Давайте на меня. Давайте на меня. Давай. Беги ее. Ай, блин. Идиота. Казума! А чё сразу я? А кто? Трейтеры! Рандом, давайте. Теле. А какой зовут там что-то на Т? А это у нас кто? Теле что? Телепатия. Не, погоди, я посмотрю в список. Давай на меня. На меня. Я тебе верю. Это походу та, у которой 788 побед. Серьезно? Которая VIP-шная ФК-шка, что ли? Я тебя подожди, проверю. давай по углам. От первого лица давай. Сигма, а что ты так посинел, когда ты сдох? Посмотри на себя. Лица, честно. А у него эффект от убийства. А? Я заледенел. Только от первого лица. Я еще ни разу на своем пятом аккаунте не выигрывал. Пришло время, нет? Ладно, посмотрим. Опа! С другой только стороны, зомби бессмертный, если это не знает. Лампочку! Лампочку ли не считается? Вот так. Блин, я так и не понял, как кинуть нож, ну ладно. Зажать. Или ноги зажимал. Отыкнуть. Зажимаешь противника в угол и кидаешь в него нож. Ок. Кей. Нет, в смысле не ок, ладно, Кей, а в смысле тут девушка, Эли, которую зовут Эли, Кей. Под Эли. Эли? Где? С 1 сентября? Да. Видишь? 1 сентября 1939 года и... А чё, зачем нам длинный стол-то? А как она выглядит? Лево от меня. Или погоди. Вы про золотой стол сейчас? Да, бейте голову. Голосой вул. А, то есть золотой стул. Голосой вул. До свидания. Это не она. Справа от меня. Справа от меня. Минус Эви. Вот этот чел, вот этот чел с кепочкой. Вот точно он. Это, конечно, может быть еще чайник, потому что он тоже справа от меня. Но, по-моему, вот кепочка. Нет, это была справа. Да, ох, это он. Да, победа, Изи. Ура. Импостор, Эмонгус. Жесть. Что жесть? Нет, жести еще не было. Жесть, когда ты выбираешь открытое убийство, и у тебя пистолет не срабатывает. Вот это жесть. Да. Так. Жесть.
Дядя! Нет! Я буду убивать вас. Ох, черт. Справедливо. Бей ее, отомсти за меня. Чтоб никого не покусало. А, ок. Так, имба, хорошо, имба. Значит, я могу уже не мстить, если вдруг мне попадет пистолет. Бель-бель. Это был либо я, либо слух. Это была отрыжка наоборот. Это космонавт стрелял. Да? Да. А, ты все видишь? Нет. Это сейчас точно космонавт. О, спасибо. Так, теперь надо тиктокера вот этого завалить. Тиктокер? Это который в шляпе? Который в кепочке. Не знаю, может в шляпе тоже тиктокер. Вали их обоих. Вот так. Опа, слуг. Черт, почему? Скажи честно. Кто же знал, не утонул? Это я. Шизофрения, видимо. Черт! Так, а теперь голодные игры, да? Эники, Бенники, ели вареники, Эники, Бенники, ты. Прости. Ладно, все честно. Тут я вообще ни слова не скажу. По считалочке все честно. Ай. Я забыл то, что там не ножи, у меня рука с клавиатуры убрана. Так, хорошо, хорошо, хорошо. В любом случае, победа остается в нашей команде, так что я доволен. А как может быть по-другому? Блин, что-то прям на душе пудло. Ну, вот оно. Надо было в себя стрелять. Кстати, можно. Да. Так. Блин, играли бы мы вот в русскую рулетку, можно было бы словить сердечный приступ. В русскую рулетку с пистолетом играть. Да. Там, короче, если не стреляешь, то сердечный приступ. Жаль, что не меня. Надо было меня выбирать. Погодите, это же маскировка, да? Это маскировка. Это не скин. Боже, боже. Что это сейчас было вообще? Погодите, есть выбор с таймером? В чью же сторону он пойдет? К доске пойдет. Ну, чел, давай, вот так, хорошо. Иджи, иджи. Гг. О, мне кажется, я знаю, кого он выберет. О! Я! Ожидай был. Ожидай, читаемо. Готовься. Есть, красавчик. Оно мне еще потом в ВК напишет, будет жаловаться. Жесть, скажи, чтобы не писала. Так, ок. Да, я понял. Хорошо, хорошо. Знаете, что делать? Да нет, на самом деле. Я не знаю, что на дуэль слага. У кого есть один аполлоновский пистолет? Мне один нужен. Зачем тебе? Для крафта. Ну, по зязе. Обойдёшься. А где нож? Извини. Почему я уверен, что это буду я? Блин, чуйка сработала. Что? Красавчик! Круто! Блин, мне нужно перестать быть ближником, мне нужно научиться кидать ножи, и каждый раз я об этом забываю. Давай, чел, в машину. Вот так, хедшот! Да боже, красиво. Я устал! Вот давайте все замаскируемся, чтобы никто не знал, кто он. А зачем так... я скин покупал? Ну так будет гораздо лучше, чтобы мы не искали жалости. Я не умею ядрёно на лице играть. Хорошо, я подумаю над этим вопросом к следующему раунду. Давайте как кидать нож. О, вопросы возникают насущные у людей в чате. Так, я могу? Давайте, меняйте скин, маскируйтесь. Нет, не могу. Все. Надеюсь, давайте. Что такое ЛКМ? Оно в курсе. Ты меня опередил. Спасибо. Почему не СПС? А вот так. Было время у человека. Говорить на место спасибо СПС. Все-таки ранее члены отряда. Одного. Более нет. Можно я?
Разрешаю. Кого убивают? Умри, умри. Ладно. Это было что-то очень странное. А чё опять я? Я хочу вот с этим замаскироваться. Вот вы замаскировались, и я теперь без понятия, в кого пальцем тыкать. Да, судя по тому, как кот играет на пианино сейчас, кот. Это он. Это кот. У него мой нож старый. Да ты чё? Это чё вообще было? Это как? А чё сразу я? Я бью его, а он не умирает. Сразу я. Да я ж не в тебя тычу, блин. Дезерт отомстит. Хедом. На респаун. Я воро. Ну и пошло. И теперь Сигма будет тут всех равнять. Да. Милочку, ты с таким прицеливанием играешь в War Thunder, а как бы стрельба на упреждение, все дела? А он слишком непредсказуем. Я пытался стрелять на опережение. Ну, хорошо, согласен. Чувак. Человек пытался. Человек играл только что, как я в экзаниму, стоя на месте, рубить врагов. Ну, вот это вот то, что вас всех укатало, по эффекту заморозки, вы видите, что это золотой стульчик. МС золотой стул? МС золотой стул, да. Я уже знаю. Болеем за Эви. Эви! Эви! Ладно, Козмо. Пойдет. Подожди, да я вчера. Я знал, что так будет. А как я это сделал? Я третьего лица попал. Я хочу следующий стрелять. Видимо, да, кстати. Так, а где у нас тут эта маскировочка? С какой стороны? Комната темная? Ни хлоя не видно? О, вот. Ребят, здесь только 3 человека, которых я не знаю на этом сервере. Сколько? 3, которых я не знаю. А, ну, нет, 2. Я просто у себя не помечаю, как друг. Ну, мы заняли больше, чем пол сервака. Блин, я не убийца, жаль. У меня нет только вместе, то есть надо. Чё? Это как? Допустим, ТП выше нет. Грустно. Я могу сам за себя проголосовать? Я думаю, это он. Это не я. Откуда я знаю, это ты или не ты? Нет, я не левый, я не левый, это правый! Про левый оладушек. Или правый. Черт. Спорим я? Ну, меня слева от меня стреляет, это Эви, скорее всего. Я знаю, кто это. Меня сейчас убил следующий. Я знаю, кто его убил. Убийца. Ок. Нет. А, это да. Эви. Серьезно? Да. Это Эви, да. Ладно, 5 кредов, это тоже 5 кредов. Чего, блин? Вы поняли, что этот чел сказал? В чате. Нет. У меня нету ЛКМ вместе, то есть... А, надо... да. Что? Годзилла, пытаясь прочитать это, получил инфаркт. Короче. Это Эви. Нет! Норм, да видишь. А я могу говорить, кто это? В смысле? Это рандомный человек каждый раз. Я понял, я уже понял. Крайне грустно. Неужели я получил пистолет, и он сработал? Чё? Это... Я видел то, что ты хотел убить меня, глупец. В смысле я? А почему я? Я видел пистолет, убирающийся от моей стороны. В моей стороне сидел только я. А я? Нет, слаг! Не, ну я считаю, это надо мстить. У меня пистолет не сработал. А это как вообще? Ты...
Нет, ты чё? Офигеть. Короче, я нажал выстрел, но не попал в человека. И у меня был один патрон, и мне не дали второй раз выстрелить, и меня выкинули, как будто я никого не убил. Что за бред? Целивание. Нет, с кем я сейчас кружусь? Кто ж тебя знает? Это же нужно было не попасть человека в упор, но это талант. Тут ничего не скажу. А с кем я сейчас кружусь из наших? Это кто? Это я. Агрессивные звуки транслитом. Ок. Я не успел это себя. Ура, каждый раз видите в чате, да? Хай гайз. Гай хайз. Я бы сейчас бы пошутил. Вот это неплохо, чувака заглючило. И он за это заплатил. Страшную цену. Ладно. Птица счастья завтрашнего дня. Не надо. Не... Хорошо. Ладно, уговорил. А кто есть кто? А сейчас уже все, сейчас уже поздно, сейчас уже все запутались. Не, ну молодцы. Парни вообще, ребята. Удивительно. Да чтоб тебя. Это ты был? Да, это был он. Фига. О, черт, меня выберет, чекайте. Отвечаю. Инфа. Сотка. Фух. Не, ну а что делать, когда на тебя нападают зомби? Бить. Давай, ножом. Кидай. Это все, я от первого лица сейчас надеюсь, если что смогу. Это все бесполезно. Три, два, один. Два трупа. До свидания. Эх, блин. Я, кстати, сейчас бы попал. Рум, давай, полет. Я проиграл на его условиях. Это вообще... Нет, ты мог кидать, на самом деле. Я никому руки не связываю. Сколько раз я уже отлетал от тебя? Да, это... Я пульнорыв. Который Жан-Пьер, блин. Давай, слаг. Черт, уворачивается. Чикай. Вот. Слушай, Сигма, ты когда будешь смотреть эту серию, вот, ты еще... Поймешь, на каких условиях ты проиграл. Ты проиграл, да, в рукопашную, но я тебя даже не видел, когда я тебя бил. А, ему норм? Понимаю. Вот. Я от третьего лица играю, я не успел развернуть камеру, а просто бил в твоем направлении, ты у меня был за экран. Чувак. Ясно. Я сквозь чела нож кинул, как бы. Ну ладно. Нормально. Фокусы на юнити. Реально. Я в шоке, да он мертв должен быть, я в него не один сейчас нож кинул. Ну тут, кстати, один, да, тут есть такая фишка с регистрацией попаданий, прям, да. О! Сейчас всех порву! Моя превьюшка давай, подъехала. Вот. Минусы. А че ты черный, блин, где твое тело? Ай. Минутку, а ты... Все ясно, медик не хилит. Но хочу, чтобы тут сдох. Медик умер до меня. Самым первым. Такого же фига. Что? Не, я поражен. Ножом в сердце, да. Можно? Я попал только что. Я. Ладно. Ладно, да. Не, подождите, он серьезно у вас меня зарезал? Ну, фишка в том, что у меня были немножко сомнения. Я просто спрыгнул со стола, он был возле лампочки, получается. Я спрыгнул со стола, он меня зарезал. Не, урон что-то перестал. Ну, я даже не знаю, это очень было где-то на грани бага и лага. Может, это у меня пинг? Мне, скорее всего, пинг. Надо будет потом и этот видос скинуть. Ну, потом, да, посмотрим. Потом. Я сейчас всех точно порву. Ну, давайте, давайте, да, давайте последнюю закатаем сейчас, чтобы... Заката! Ем. Заката. Три-ката-ката. Среди вас лежит убийца. Убивайте того, кто лежит. Хорошо. Сейчас я тебя убью.
Для меня слева. У меня, я слышал звук справа. Ясно, значит, что-то. Это вот, ну, вполне возможно, да, кстати, вот тут где-то. Потому что был далеко, не близко. Это не вот этот лысый? Скорее всего, не слаг, это или... Ладно, это белое. Блин, меня убили! Нет, я знал правду, я слишком много знал! Кто это? Кто я это? Я не знаю, я ж не знаю. Голосуй за слишком белую. Ну, сейви! Ну, не, на самом деле, Сигма тоже вполне подойдет, потому что относительно меня он был немножко правее и далеко, так что это, возможно, Сигма. А, это не Эви. А, он не сработал, понимаю. Я знаю, это мне. Сигма, Сигма, я видел, как его... Да? Как... Да, это Сигма, 100%. Это багнутый чайник. 100% багнутый чайник. О, черт силы, блин. Мы раскрыли тебя. Иди под текстуру обратно. Да не, ну фиг ли то это... А потому что за меня никто из наших не голосовал, за меня голосовали. А? Шизы, другие. Я считаю, вообще произошло. Я хотел отыграть, но почему-то всегда, когда люди играют за убийцу, у них всегда соло стреляет, а у меня только из трех один раз выстрелил. Круто. Ладно, я бы тут сейчас нашу компанию положил и все. Да, верю. Думаю, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда. Всем покеда.